зашел на мой канал 17 января. 17 января у меня сегодня началось рано. И это 4:30 по Калифорнии я начал свой путь. Начал ее в штате Миссури. А сейчас я уже в штате Небраска. На 80-м фривее. Погода пасмурная. На дороге сухо пока. Я посмотрел прогноз погоды. Ничего хорошего не предвидится. Начиная от Little America, от маленькой Америки сегодня, до Равлинза и дальше кусками дорога закрыта. Завтра в Равлинзе обещают снежный шторм, причем довольно-таки сильный. Снега должно выпасть, ну, по прогнозу, конечно, не менее 2 футов. Это до 60 сантиметров. Но по такому снегу без цепей, конечно, не проехать. Не знаю, как будет. Но пока вперед. Сейчас у меня 7:30. Ну да, 7:30 по Калифорнии. Видно, не видно, не знаю, но так как-то 7:30 по Калифорнии. Позвоню немножко позже своему диспетчеру и узнаю, можно ли опуститься по 26-й до Денвера и далее по 25-й до 40-ки, а потом уже подняться по 5-ке до Сакраменто, потому как в такие снега довольно-таки опасно ехать. Не знаю, как там решат они. Но если я буду стоять, то за простой заплатят больше, чем я объеду. Вперед пока. Человек везет оверсайз. Оверсайз лоуд. Колеса для какой-то крупной техники. Довольно такие большие колесики. Ну, явно не на наращивание везет. Ну, поехал. Тоже надо. Как без этого? Америка вся на колесах. Разного диаметра. Едем. Этот человек меня только что обогнал. Везет бочку. А в той бочке 100 грамм радиоактивных материалов. Hazmat Radioactive. Быстро он поехал. Продолжаем движение. До выгрузки 1456 миль, если я буду ехать по 80-ке. Если удастся поменять маршрут, то это будет миль на 200, наверное, больше. У меня намечена заправка в маленькой Америке. Но если поменяю маршрут, то я туда не доеду. 26-я раньше будет. Влево-вниз. Ну, узнаем, как оно будет.
пока едем прямо. По маленькой Америке еще, ого, 365 миль. Это в Вайоминге. А мы пока в Небраске едем. И радуемся тому, что есть. Дорога сухая. Тут вперед. Солнышко выглянуло. Позвонил диспетчеру, рассказал ситуацию. Решения пока нет. Ну, может быть и не будет. Придется ехать в снег. А может быть будет. Тогда объедем снег. Едем, пока еще Небраска, 80-й фривей, скоро будет весовая, через час с чем-то там, ну, короче, через 90 миль остановлюсь на полчасика, передохнем. Получим результат по объезду снега, а может быть и скорее всего уже нет, мы продолжим. Водителю заплатить $100, может быть, чем потерять $350, ну такой какой-то расклад. То, что он будет там жизнью рисковать, да хер на него, где-то водитель расходный материал, придет другой. Все, поехали. Сейчас стану на отстой. Через пару часиков доеду, стану на отстой, буду стоять, может растает, может весна наступит, ну как-то так, жара настанет, ну поехали. Я хотел на Денвер поехать, вот сейчас выход, но не разрешили. 350 лишних миль. Сумасшедшие деньги. $350. Ну, с учетом перерасхода топлива и зарплаты водителя. Ну, едем. На чей? Ярко-голубого превратилось вот в такое.
открыто. Именно эта сторона, на запад. И, кстати, закрыта она со вчерашнего вечера. Я посмотрел вчера вечером, когда остановился на ночь, что там с погодой и с дорогой. Так вот, до сих пор дорога закрыта. Но то ли там что-то серьезное произошло, то ли просто не чистят. Ну, решили так, просим до весны подождать. Само растает. Едем. Остановился на каком-то трак-паркинге, не доехал до Чини 25 миль, осталось у меня 2 часа 52 минуты, почти 3 часа, но дело в том, что глядя на вот эту вот картинку, сейчас покажу, закрыта дорога. И закрыта она от Чини, вот где я должен заправиться. Но я не доехал, я глянул, там встать негде, все забито. Ну понятно. Западное направление, все стоит, стоит оно до Батфорд, потом кусочек опять стоит, ну короче до Ларами. Ой-ой-ой, все, как же ж ехать, а? Офигенно знает, как ехать. Ну, до Ларами все стоит. И дальше такая же картинка. До Равлинза тоже все стоит. Ну, посмотрим, что будет завтра. Пока отдыхаем. Если не открою дорогу, буду стоять тут 34 часа. А потом смотреть, что будет дальше. Все. Спасибо всем, кто пробыл со мной тут целый день. Ждал снега, льда не дождался. Погода солнечная, яркая. Узнаем, что будет завтра. Всем бай.